На площадке средней школы номер 2 города Минска прошло праздничное мероприятие на тему безопасной жизнедеятельности подрастающего поколения как важнейший фактор развития Республики Беларусь. Здесь же состоялась презентация модельного центра безопасности, право открыть который было предоставлено начальнику Минского городского управления МЧС, председателю комитета по образованию Мингорсполкома и директору школы. На мероприятии присутствовали начальники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и начальники районных управлений по образованию. На протяжении многих лет Минское городское управление МЧС ведет активную работу по формированию культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, использует новые формы и методы работы с молодежью. А достижение результата такого высокого уровня возможно только при взаимодействии с представителями образования. Обязан каждому гражданину знать, как правильно вести себя и безопасно в любой ситуации. Ведь когда ты знаешь, тогда ты можешь предпринять любые меры к обеспечению безопасности. И, конечно же, эта учеба должна начинаться с детьми. Организаторы мероприятия подготовили праздничный концерт, на котором были вручены заслуженные награды и отмечены участники, призеры и победитель городского конкурса на лучший уголок пожарной безопасности. В планах у комитета по образованию подобные уголки совместно с городским управлением МЧС открыть в каждой школе города Минска. Самые юные учащиеся школы прокатились на детских электромобилях МЧС в сопровождении героев мультсериала «Спецотряд 112». А для взрослых была организована выставка пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Этот день стал действительно праздником, на котором были подведены итоги совместной работы детей и взрослых в стремлении сделать нашу жизнь безопасной.